Говорят, что правильнее было бы уйти в науку, что нужно спать по ночам и соблюдать режим. Но все, что я хочу, это взять твою руку и сказать: «Давай убежим. Я хочу быть там, где ничего не навязывают, где ценят и личное мнение в том числе. Быть там, где не бросаются фразами. И можно просто побыть в тишине. Скажи, сколько улиц помнит твои слезы, твои страдания? Давай пройдемся по каждой. Все равно по пути. Счастье — это то еще испытание. Взглянуть в глаза прошлому и просто мимо пройти. Мы будем говорить о моей бессоннице, вскоре перейдем к философии и всяким бредням. Потом ты скажешь, что любовь — это комната, в которой свечу гаснет тот, кто засыпает последним. Вот почему рядом с тобой сна нет, вот почему рядом со мной ты. Мне все равно, что с этим всем станет. Просто будь рядом, и не будет беды. Давай перестанем притворяться большими, давай, как в детстве, что-нибудь спонтанно решим. Ты просто возьми мою руку и тихо скажи мне: давай убежим».